Древнюю? Угу. Динозавр? Пошли вон, это кто, Макаров? Какой-то Дед Мороз. Пошли Деда Мороза посмотрим. Макаров. Слышь, откуда я знаю? Точно Макарова. Помни. Макаров. А, это Макаров. Адмирал Макаров. Это Даня Макаров. Данька Макаров. Вот так мне. Это Витя из тигровой шкуры. Ну, адмиралу Степану Осиповичу Макарову. Сможешь на руку к нему залезть и подтянуться 10 раз? Я залезть-то смогу, а вот подтянуться... Давай, залезай. Зачем? Видишь, повелитель морей, стихий. Тут какие-то гибель Петропавловска. Я надеюсь, вход бесплатный. Блин, я напуганный, что нигде парковки нет. Смотри, где мы запарковались. Вон тут место полно парковаться. Вот. Вот как современные кладут плитку, видите? Вот это похоже. Смотри, вообще ужас. Все развалившее. С учетом, что здесь подвижки грунтов. Ваня, это как? Там парк какой-то, гулять можно. И жили они долго и счастливо. Одни мужики, подсох нет. Да. Вот, вот. Мы как китайцы. Первое. Подняться в составе организованной группы на второй ярус Юрского. Ну что ж, зайдем всей чудной. 300 лет, видишь, морской славы. Так, капюшон, опусти шапку с ними, это храм. Девочка, нельзя. Сувенирные монеты, пожалуйста. Открывай дверь, папа. Пошли. О, заходи. Здесь списки погибших должны быть. Смотри, видишь? Смотри. Свечь. Ух ты, как красиво. Ой, на этот похоже. Голубую мечеть в Стамбуле, вот эти светильники, слышишь, Ян, помнишь? Вау. Вот смотри, Ваня, слышишь, это все доски погибших кораблей военно-морских. Доски погибших кораблей, вот погляди, все вот как эти видишь? Сражения, вот, видишь, крушение корабля Лефорт, вот смотри. Это же собор погибших моряков, их восстанавливали, все было... Краснопоносниками уничтожили. Разрушены. Ну, красиво, да? Да вообще, ты что, я вот все время мечтал попасть сюда. Я говорю, вот это вот с голубой мечети такой светильник взят. В Стамбуле похожий, Ванюш. Круглый светильник.
отдельную за отдельную плату, да. Но естественно. А вон они наверху видят. Ну вот гранитная крошка использована. Во, смотри, Кутузов Михаил Илларионович. Он похоронен в Казанском соборе, его мощи. Это он, по-моему. А, Ушаков. Фу, ё-моё. Адмирал Ушаков, Москва. Здесь же морской храм, точно. Вот видишь на этих досках? Вот, смотри, вот почитай. Видишь? Убит во время морского похода поручик Андрей Буш. 24 июня 1715 года. Видишь? Погибшим морякам. Ну как пахнет этими действительно свечами. Ну вот смотри, даже в честь одного надпись. При крушении в Финском заливе у острова Сомерс 14 сентября стрельно утонул один человек. Это все восстанавливали они. Все записи эти. А это обогреватель. Да? Да. Вон он, тепло греет. Видишь? Масло туда залит. Неужели гранитное или это скрыто? Гранитное.